У собак завтрак. Причем корм лежит, в принципе, все время, но это такой корм, другой. Это косточки сваренные. Косточки. Когда они начинают вариться, Елена обещает, если пообещала, они уже ждут. Сейчас кость хватит и убежит прятать. Так, вон, кукла убежала. И тут надо отметить еще одну вещь. Я, например, еще не завтракал. Ты на интервальном голодании. Елена решила, что я на интервальном голодании. И начинаю есть в 12, после 12, да? Ну, после, да, час где-то будет. Час. Это у меня завтрак. Так, вот, самое вкусное схватила. Кукла, покажи, что ты там жрешь. Покажи, кукла. Кукла, что ты там кушаешь? Что? А ну, покажешь, покажешь. Что? Понятно. Всем вкусно. Вот этот не будет рычать, да? Кому не досталось? Мне не досталось. Чайкушечка, на, чайкунечка, тебе косточку вкусную. Вот, давай, иди кушать. Гори. Давай. Черномырдин никогда не ругается за еду, да? Не надо, не пихай его, он бежит сейчас, у него заберу. Вот кто ругается. Этот да. Да? Чего? Тикай, тикай, скорее тикай. О, кукла вернулась. Косточку спрятала, закопала, наверное. Ты на косточку встал. Она, вот эта кукла, она беспризорница. Ну, в общем-то, многие тут. И у нее характер вот такой, ей все время не хватает еды. Она сумасшедшая, да, еды. Все время прячет, потому что у нее очень тяжелая была судьба. Это та, которая я на металлоломе нашел. Много раз она рожала, и потом, в конце концов, ее беременной и выкинули на свалку. И Сергей ее нашел на свалке, приехал мне, сказал, ну что делать. Далеко нам ездить ее кормить туда, поэтому решили забрать. Щенков сразу разобрали, красивые щеночки все были. Ну, ее никто не захотел, потому что возраст уже лет 8 ей. Кукла? Или 7. Она очень благодарна, конечно, очень послушная, вообще с полуслова. Ласковая очень. Ну, вот, а вот делать. Что касается еды, она, да, она ей все время не хватает, да, кукла? Кушай, да, кушай, да. Куколка, кушай. Давай, 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 давай. Укуси, что он лечит. Давай, укуси. Давай. Она рычит так потешно. Да. Ну, хорошо, есть. Кашка сваренная на косточках, на хороших. Кости мы не даем трубчатые, а говяжьи крупные. Говяжьи крупные, да. Вот эти вот. Потому что дохнут часто собаки от... Плюс капуста. Ну, тебя нельзя показывать, да? Мне не надо. Хорошо, хорошо. В непригодном виде. Все время в непригодном виде. А когда будет фотосессия спортивная? Когда-нибудь. Будет? Сейчас некогда. Сейчас у меня защита диплома. На 2 августа выйдем. Ну, уже к тому времени, надеюсь, что-то... Защищу. Ну ладно, это я в YouTube могу, наверное, поместить, да? Ну да. Цветы, как он сейчас зацветают. А, сейчас цветы. Еще не думают. У нас зима. У нас прям зима-зима, да? Разгар зимы. А вот покажи эту туйку маленькую. Туя, это российская семечка была, да? В Приморском парке. Оторвала, да, вот этот плодик, семечку. Из Таганрога. И дочка посадила. И мы ее теперь лелеем, потому что она как у нас русская. И вырастет туя у нас русская. Уберем вот эту пальму. Вот эту. Пальма путешественника. Ну, Пальмера де Виахерус. Сколько на ней вон дыра не висит. И, да, высоко лазить, срубать это все. Мы со временем ее, наверное, уберем и посадим здесь и тую. И будут две елки расти. Одна у нас... Это араукария. И... называют пино де хардин. Пино де хардин, да, садовая елка. Садовая сосна. И рядом будет туя расти. Ну, это потом. Когда уже подрастет. Вот эти цветочки покажи. Ну, такие замечательные.
Есть ярко-красного цвета, вот есть он. Вот такие розовые. А, вот ярко-красного, но он слабенький. Но он здесь слабее, да. В тени он. Круглый год цветы, круглый год, вообще они не такие. Все время, зима, лето, а ни жары, ни боятся, ни холода. Русские собачки. Русские собачки? Они не русские, просто... Ну, я их так называла. Львиный зев это называла. А почему он не гавкает? Не надо. Они только зацветают, как первые пошли. Они отдыхали долго. Что еще ты можешь показать? Ну, все. Все. Завтра готов тебе. А, сейчас печеньки раздаем. Еще печеньки есть. Ну давай, выноси скорее. Это конфетки называется. Конфетки. Конфетки. Печеньки. Да. Это будет. Так, кто поел конфетки? Ну, конфетки надо. Конфеты? На самом деле это печенье. Собачье печенье. Конфетки? Конфетки? Не, ну сейчас они не, ну так, ажиотажа нет. Ну, конечно. Вообще это поверили. Слово, если сказать... Они с косточками разбежались. Иди сюда, Машенька, печенье. Медь маленькая. Мам, подержи телефон, я покажу свою эту розу, которую я делаю. Сейчас покажу. Машинка громко работает. Сейчас в процессе покраски... Она будет патина под бронзу. Но я снял видео, как делал листья и все такое. Размещу. Сегодня, завтра размещу. Вот. Это будет выглядеть по-другому. Сначала черная, потом патина золотом. Ну все, я другое видео сниму. Шоколадка, ты наелась? Молодец. Все, выключай, наверное. Я не могу, руки заняты. Всем привет из солнечной Аргентины. До следующего видео. Да. Кому печенька еще?